В Бишкеке в Национальной филармонии выступил шоу-балет «На тестом Данском пни». Лауреат множества международных танцевальных конкурсов и фестивалей искусств. Инициатором этого мероприятия выступило посольство Индии в Кыргызстане. Артисты представили концерт индийских танцев в стиле модерн. Древние традиции, современная интерпретация, глубина и красота великой культуры. Все это было показано любителям богатейшего мира индийского танцевального искусства. Всего было представлено 9 номеров. В каждом танце была история или показывались архитектурные строения Индии, рассказывалось о спорте или была молитва за мир. Очень интересная группа, потому что здесь, конечно, знают о индийской культуре, но через Болливуд. Но я тоже хотел другие стороны культуры показывать. Например, вот эта группа, да, вот это их танцы, основные индийские классические, вот эта традиция танцев. Да. Например, один танец, который называется тандав, это из натьяшастра, который написали 2000 лет назад. Да. И вот они вот это традиционные и вот это современные элементы очень красиво соединят. И мы хотели вот этого показать вам.